Изменение частоты и силы сокращения зависит от импульсов, посылаемых нервной системой. Эти влияния можно наблюдать в эксперименте. Внимание! Раздражается парасимпатический нерв. Смотрите, сердце останавливается. Нет, оно справилось с шоком. Вступили в действие импульсы, идущие по симпатическому нерву. Усилить или, наоборот, затормозить работу сердца могут и вещества, вырабатываемые некоторыми органами нашего тела. Такое влияние называется гуморальным. В нормальных условиях нервная и гуморальная регуляции очень тонко подстраивают работу сердца к потребностям организма и условиям окружающей среды.